В Якутии первым от политических партий подал заявление для участия в предстоящих выборах в Госдуму представитель ЛДПР. 9 июля рабочая комиссия Республиканского центра избиркома приняла документы у руководителя регионального отделения либерал-демократов Гавриила Парахина. Он отметил, что программа уже проработана. Основное, на что будет делать упор кандидат в ходе предвыборной кампании, это развитие Дальнего Востока, в частности Якутии. Лидер якутских либерал-демократов признался, что в рамках предвыборной кампании намерен посетить не только районы республики, но и субъекты Дальнего Востока. Но я буду работать в том направлении, который на самом деле очень актуальный сегодня. Это развитие Дальнего Востока, это остановка оттока населения, это привлечение населения на Дальнем Востоке, в частности, конечно же, нашу республику. Мы будем все возможное делать, чтобы подкрепить как-то этот гектар, который сейчас согласовали, и беспроцентными кредитами, и другими всевозможными условиями для того, чтобы этот гектар развивался, чтобы то, что люди возможность получить землю, чтобы была возможность инфраструктуру к ним подвести, и чтобы они могли работать. Ну и, конечно же, основное, я думаю, это дети, это спорт, это обучение, это образование, это все-таки отмена ЕГЭ.